Мамонт закончен. Снежная фигура древнего животного появилась у федеральной трассы недалеко от Южного Подуна. Напомним, над скульптурой группа энтузиастов трудилась больше недели. Теперь у фигуры фотографируются проезжающие мимо автомобилисты. По словам авторов идеи, фигура мамонта и снега не просто украшение города на время. С помощью скульптуры они надеются привлечь внимание к идее установки фигуры животного из железобетона. О ней говорят уже больше года, но некоторые вопросы с установкой пока не решены. В минувшие выходные вокруг снежного мамонта установили прожекторы. Теперь скульптуру можно заметить издалека даже в темное время суток.